Из погреба в туристическую достопримечательность. Бендерские подземелья. Попасть в них можно будет после реставрационных работ. Открытие осенью. Бендеры, центр города. Уже этой осенью на этом самом месте появится новая городская достопримечательность. Точнее, как появится? Она уже здесь, под землей. Сняли асфальт, а под ним провал. Когда спасатели спустились под землю, обнаружили комнаты. Это старинный погреб, сводчатый потолок, каменные стены. Предположительно, постройка конца 18-го, начала 19 веков. Если дома были жилые, все равно людям нужно было хранить где-то продукты. Да? В любом доме практически был подвал. А с учетом того, что улица Харузинская, она же нынешняя улица Ленина, она, в общем-то, была торговой, и практически на всем ее протяжении были торговые ряды, то, соответственно, тут сам Бог велел, нужно иметь какие-то помещения для хранения, в том числе продуктов. Историки говорят, практически весь центр Бендер стоит на подвалах. Вот этот спуск в историко-краеведческом музее. Далее развилка и ступени наверх. Возможно, один проход соединяет несколько зданий, а второй ведет на улицу. Подобная развилка есть и в погребе, обнаруженном в центре. Там песчаник, вот такая перегородка, еще одно помещение. Там, по-моему, три помещения, одно заканчивается просто землей дальше. Погулять по центральному погребу можно будет уже осенью. Это планы. Сначала надо все привести в порядок. Из подвала сделают туристическую достопримечательность. Это поручение президента.